Глаз – алмаз. Только с таким можно попасть на обработку драгоценностей. У ювелиров должно быть хорошее зрение. Несколько часов в сутки они проводят с микроскопом у глаз. Только так можно рассмотреть все грани камня и закрепить его в украшении. В ювелирном доме «Эрмис» почти у всех сотрудников стопроцентное зрение. Хороший глаз нужен, чтобы показать красоту камня. При закрепке камней нужно его так закрепить, во-первых, чтобы не потерялся камень, и чтобы недостатков не было в ювелирном изделии. Например, в бриллиантах могут быть морозец, то есть микротрещины могут быть. Простым глазом не увидишь. Может быть кусочек графита, то есть такое черное пятно маленькое. Это диск зрительного нерва, это сосудистые аркады. Так выглядит глазное дно здорового человека. Но в областной офтальмологической больнице такое нечасто увидишь. У большинства пациентов катаракта или другие заболевания. Во всем мире растет число диабетиков. А осложнение при этом диагнозе – болезнь глаз. Коренным образом за последние 5 лет мы изменили направление в микрохирургии катаракты. Перешли полностью на ультразвуковое удаление катаракты в любом возрасте и любые даже осложненные катаракты. Мы не делаем разрез, а делаем маленький прокол 2 мм, через который удаляется катаракта, и через этот же маленький разрез имплантируется хрусталик. Сейчас существует очень много современного оборудования для лечения глаз, восстановления зрения, а вот этот вот прибор для того, чтобы очень просто тренировать глаза. Нужно смотреть вот сюда и пытаться нарисовать звездочку. У меня почти получается. Такая профилактика против заболевания глаз и косоглазия. К счастью, я еще свет вижу, и это очень много значит. За 16 лет она научилась радоваться и этому. Венера ослепла после родов, но отсутствие зрения не мешает ей вести полноценную жизнь. Картофель только на мне. Я очищу картофель, после чего я откладываю и говорю, ребята, обработайте, потому что я могу оставить глазки. Но сейчас, вот, видимо, это с опытом все пришло. Говорят, что я чищу картофель идеально, даже за мной не нужно его обрабатывать, вот подчищать. Жить на ощупь она учит и других. Венера организует различные мероприятия для инвалидов. Был конкурс красоты. Открылась лавка добра. Сейчас готовится к КВНу. Венера наравне со всеми двигает декорации и рисует широко открытыми глазами. Надежда Новикова, Алексей Чудин, новости, телеобъектив.